Что видно из вашего окна? Такой вопрос мы задали в соцсетях и получили очень много фотографий и видео дворов со всего Красноярска. Вот такие кадры прислали нам жильцы улицы Юности. У них под окнами ни детской площадки, ни нормальной парковки. А это улица Павлова. Красноярец подписал фотографию кратко, а из нашего окна рынок да пустая площадка видна. Вернемся на левый берег и улицу Воронова. Горка рассыпалась, от качели остались только трубки. Ставили еще, когда я ребенком была, жалуется красноярка. И таких фотографий десятки, мы о них обязательно расскажем, но сначала покажем вам наш вид из окна. А это та самая площадь, которую видно из нашего окна на ТВК. Прямо сейчас мы находимся на улице, идет небольшой дождь, и кажется, как будто небеса плачут, глядя на то, во что превратилась эта огромная территория. Здесь мог быть сквер, но теперь это огромная мусорка. Совпадение или нет, но еще до начала проекта, когда мы проанонсировали его в соцсетях, после этого в поле пришли несколько человек и стали в спешке убирать отсюда габаритный мусор, огромные коробки и пакеты. Но если для общего вида это сработало, то вблизи особо ничего не поменялось. Когда мы говорим про мусор, это ведь не только про красоту и эстетичность, это в первую очередь про безопасность. Например, если вот здесь бутылки лежат целые, то буквально в паре метрах лежат огромные осколки от бутылки. А ведь здесь гуляют с детьми и гуляют с собаками. Можно долго говорить о том, что чисто там, где не мусор, это вообще это люди сами виноваты, что живут теперь здесь вот в таких вот условиях. Но вот другой ярчайший пример. Когда-то здесь, на этом месте, был большой-большой рынок, но его снесли. Судя по всему, строители оставили вот такую вот кирпичную колонну, которая здесь так и лежит, и, судя по всему, подает знаки бедствия. Если вам кажется, что мы сейчас находимся на какой-то свалке, то спешу вас огорчить. Мы все еще в том самом сквере, недалеко от офиса ТВК, просто спустились вот этот небольшой котлован. И если там люди наверху, может быть, стесняются, то вот сюда, в этот овраг, мусор скидывают целыми пакетами. Планы благоустройства этой территории озвучивали еще во времена губернаторства Виктора Толоконского и мэра Светхама Акбулатова. После сноса рынка здесь хотели строить и спортивный комплекс, и торговый центр. Однако жители района хотят видеть здесь сквер или хотя бы незамусоренный пустырь. Из нашего офиса видно не только сквер, но и вот эту оживленную дорогу. Ежедневно по ней проезжают более сотни автомобилей, в том числе наши съемочные группы. Однако назвать эту дорогу качественной язык не повернется. Все это больше похоже на поверхность Марса. Если без парка прожить можно, то вот без нормальной дороги все-таки сложнее. Она здесь почти магистральная, движение без остановки. Люди объезжают по ней пробки на 9 мая и заезжают в район со стороны улицы Армейской. К слову, яму здесь уже пытались ремонтировать и засыпали вот такой вот каменной крошкой. Однако сейчас толку от этого ноль. С приходом весны щебенку вымыло, и ямы приобрели прежний вид. Фотографии и видео дорог около вашего дома или просто вид из окна вы можете прислать в соцсети ТВК. Может быть, мы приедем и к вам. Дмитрий Шхузин, Сергей Токарев, новости ТВК.